В областной детской больнице прошла благотворительная акция. В гости к маленьким пациентам, больным онкологией, пришли сказочные персонажи. Репортаж Елены Макаровой. Я веселый клоун Клёпа, я полун к вам пришлёпал. Хочу подарить вам подарок. В этом отделении лежат дети с онкологией. Родители и врачи практически от них не отходят. Диана уже год пытается побороть страшную болезнь. До этого проходила лечение в Москве. Говорит, когда вылечится, обязательно займется благотворительностью. Когда вот я лежала в Москве, у нас постоянно такие праздники были. Мы были очень рады, когда к нам приезжали кто-то. Мне понравилось то, что вы приехали. Я очень рада, когда к нам есть какое-то внимание. Такой благотворительный вечер в областной детской больнице проводится впервые. Лиана помогает больным детям уже почти год. Этот концерт, по ее словам, для благотворителей капля в море. Но для малышей это большой праздник. У нас основная цель, конечно, это помощь тяжело больным детям. Но чтобы нам это как-то донести, мы пытаемся вот такими мероприятиями, как-то это вынести в массы, как-то донести до людей. И мы хотим вообще привлечь людей, желающих, чтобы раз в неделю, раз в две недели вместе с нашими вот ведущими приходил бы в больницу, просто к деткам с онкологией, час бы с ними играл, рисовал. Приход маленькой Бабы-Яги и риски для этих детей – единственная радость. Сегодня мечты сбылись у каждого, и потанцевали, и спели, и получили подарки. Надоедает здесь, конечно, лежать иногда. Ну, конечно, это весело. Для детей, мне кажется, надо и почаще бы, желательно. Мне концерт нравится тем, что здесь так все красиво. Игры такие интересные. Детям надо, а то они бедные здесь лежат, все болеют, а так и на поправку быстрее пойдут. Фиолетовые волосы, красная кепка и длинные ресницы. Ириска стала кумиром маленькой Златы. Встречу с ней она ждала весь концерт. Ты как умеешь, да? Ты рада? Вся в меня. Говори пока-пока, Ириске. Елена Макарова, Иван Серяпин, Вести, Саратов.